Добрый день, подписчики и гости канала. Выполнив предыдущую миссию, нам дали доступ к миссии «Затопленное каноэ Фелкон». По условиям этой миссии нужно поймать сундук и найти, где затоплено каноэ. Ставим его в отслеживание и первым делом заходим в инвентарь. В инвентаре в особых предметах у нас будет метка исторической рыбы. И, почитав ее, будет показано озеро Фелкон и координаты, где находится эта метка. Координаты -91 на 98. Сейчас зайдем на озеро и сразу посмотрим, где точно находится координата. Заходим на помост из бревен. Открываем карту и смотрим, где находится координата. Координата -91 на 98. Ставим тут отметочку, чтобы сразу по ней забраться. Разворачиваемся и смотрим. Вот наш затопленный каноэ и стоит координата. Кидаем прямо в нее. У нас тут же выполнилась первая часть миссии, но произошел зацеп без результата. Попробуем повторить данную попытку. Потратив немножко времени, поймался сундучок, буквально за 40 игровых минут был выловлен этот сундук. Забираем его, выполняется наша миссия, и дальше будем приступать к выполнению следующих миссий. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь на канал, играйте, выполняйте миссии и побеждайте. До новых встреч!